очереди необычные, смелые, креативные парни из Таджикистана. Такое направление, оно особо у нас не развито. Поэтому ребята, то, что они делают, на самом деле респект им, потому что, ну, одни из первых в Таджикистане, они ведут вот флаг паркурщиков таджиков. Можно расплатиться визой? Я этим тоже уже 12 лет занимаюсь, и все это время мы боремся со страхом. Я сам лично. Этот страх высоты, это очень большая, и каждый раз страшно. Но когда хочется, желание, если у тебя 100% желание, ты этого найдешь путь, сделаешь этого ради адреналина, ради вот этого ощущения, которое в этот момент получаешь. Я вижу, что видел и вижу, что паркур и фриран, они очень хорошо развиваются в других странах. И я хочу, чтобы вот это для таджиков, для Таджикистана, чтобы у нас тоже были те же самые условия. Встречаем фриран паркур! Everybody know I set the vibe. Bet I steal your bitch like it's a crime. All my life's come from doing time. Hands in the air with just a fly. Thank God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. I've been popping all my life. Thank God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. Ну что, все, все, выдыхайте, выдыхайте. Довольны выступлением, нет? Как-то вы... Да? Да, да. Довольны, да. Все получилось? Конечно, да. Ребята, в Душанбе ваш номер смотрели. Вы растете. Вот те нарекания, которые были в Душанбе, да, то, что вы говорили, они были учтены. Вот. Ну, замечательный такой прикольный номер. Спасибо, молодцы. Спасибо вам большое. Увидимся чуть позже.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.